расставьте числа от 1 до 12 по окружности таким образом, чтобы для любых подряд идущих чисел А, Б и С, Б квадрат минус АС делилось бы на 13. Значит, повторяю, числа от 1 до 12 расставить по окружности, чтобы B квадрат минус АС делилось бы на 13. Работает. Для тех, кто не любит число 13, такая же задачка, только числа от 1 до 6, а условие b квадрат минус ac должно делиться на 7. Задача очень простая. Часы? Что часы? Нет, если вы расставите как, ну, так сказать, один по порядку, то условие будет не выполнено. Надо же, чтобы в каждом месте так было. Если 3 умножить на 2, то получается 6. 2 умножить на 4. А, на 6 – 5. Ага, закономерность не нашли. А давайте-ка вы мне решите задачу для чисел от 1 до 4. А делиться должно на сколько? На 5. На 5. Кто расставит? Я нашел. Расставьте числа от 1 до 4. Ну? Один, два, четыре? Три. Где правильно? Один, два, четыре, три. А закономерность ваша в чем состоит? А каждое следующее число умножается на 3, и пишется не само получившееся число, а то число, с которым оно сравнимо, по-моему, будет. Единственное, не получившееся, а полученное. Полученное. Полученное число. Ребята, правда? 2 – это, кстати, 3-шный пункт, по-моему, 7. На 3 умножаем, получаем 6. На 3 умножаем 18, берем остаток, получаем 4. На 3 умножаем 12 и 7 вычитаем, получаем 5. Вот. Давайте подумаем, почему это разумно. А потому что, когда вы берете окружность и вдоль нее пишите вот такие вот числа. Как называется последовательность, где каждое число в одно и то же количество раз больше предыдущего? Геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, совершенно верно. То смотрите, что будет. Вот давайте в этом месте посмотрим. Это у нас А, это Б, это С. Что такое АС минус Б квадрат? Х в пятой умножить на х в кубе минус.
условие будет выполнено. Я больше того скажу. То, что b квадрат равно c, равно, в смысле, дает один и тот же остаток определения на 13. Это можно записать так, что b деленное на a то же самое, что c деленное на b. Ну, надо, конечно, понимать, что такое деление по модулю. Те, кто хоть немножко занимался арифметикой, это знают. Это и есть геометрическая прогрессия. Поэтому мы для того, чтобы решить задачу о расстановке чисел от 1 до 12, можем взять число 1 и дальше умножать на одно и то же число. Ну, на сколько хотите? На двойку или на тройку? На квадрат. На тройку хотите? Да. Давайте на тройку. 1, 3, дальше. 9, дальше. 27. Это 3. То же самое, по-моему, 13. Что 1? 3, 9 потом. И мы с вами получили символичек. Потому что мы должны были расставить все числа от 1 до 12. А мы, конечно, расставили 3, 9, 1, 3, 9, 1, 3, 9. Только не все числа, а всего лишь 3 числа. Единицу, тройку, девятку. Поэтому умножать на 3 нельзя. Да? Что? Нужно уменьшить 6. Нет, а на 2 можно? На 2. Можно я попытаюсь? Я только можно я попытаюсь, ребята? Можно. Давай. Я беру и умножаю на 2. 2, 4, 8. Почему? 8. 8 умножаю на 2. 3. По модулю. 3 по модулю. 3, да, потому что это будет 16, 16 или 12, 3. 6. 6. 12. 12. 12. Дальше 9, 11. Нет. 24 11. Минус 13 – это 11. 22 минус 13 – это 9. 9. 9, 9 умножить 5. На 2 – это 18, это 5. 10. 9. 10 и 7. Простые. 9, 7. Простые. Все просто. То есть не обязательно было брать какие-то большие числа, а можно просто взять число 2 в качестве знаменателя геометрической прогрессии. На самом деле, вовсе не для каждого простого числа можно именно двойку брать в качестве знаменателя. Давайте я покажу пример, когда двойка очевидно не годится. Если взять числа от 1 до 16 и требовать, чтобы делилось b на 17, тогда смотрите, что у нас будет. Значит, беру окружность. Сначала на 8 равных частей, потом каждую из них еще пополам, соответственно, получаю 16 равных частей. И поехали, давайте умножать на 2. 1, 2, 4, 8, 16, на самом деле уже идет, потому что 16, по-моему, 18, это минус 1. Дальше у меня получается минус 2, то есть 15, да? Дальше 15 умножить на 2. 30. Это 30 минус 17
17. 26 минус 17 это 9. И снова единица. Следующая единица. Единица получается. Да. И все заново. Следующая получается единица, и это, конечно, абсолютно безобразие. Поэтому двойка не годится для 17. Давайте посмотрим для числа 3, 9, 27, то есть 10, 30 минус 17, то есть 13, 39 минус 34, это 5, 15, 45 минус 34, 11, 33 минус 17, это 16. 16 это минус 1, и это здорово. Это означает, что дальше у нас будут те же самые числа, только вот они напротив друг друга будут стоять, давайте сумму 17. Давайте, смотрите, напротив тройки стоит число 14, напротив девятки стоит восьмерка, напротив десятки семерка. Согласны? Когда 14 умножаешь на 3, получаешь 42. 42 минус удвоенное число 17, минус 34, действительно 8. Дальше. 7 на 3, 21 минус 17, это 4. 4 на 3, это 12. 12 на 3, 36 минус 34, это 2. 2 на 3, это 6. 6 на 3, это 18, то есть 1. Вот мы доказали, что для числа 17... если рассмотришь степени тройки, то они будут все давать разный остаток от деления на 17. Между прочим, когда молодой Гаусс понял вот это, то он сразу же заявил: я знаю, как построить циркулем и линейкой правильный 17-угольник. И монумент, который установлен в память о Гауссе, выглядит как скульптура обоснования 17-угольника. На глаз, правда, почти не видно, потому что 17-угольник на фотографии очень похож на окружность. Но, тем не менее, если или там посмотреть, или сделать фотографию достаточно четкую, то действительно 17-угольник. Потому что он сумел настолько глубоко понять алгебру, что как только он увидел вот эту картинку, и, кстати, именно Гаусс доказал, что для любого простого числа такое расположение возможно. Так называемая теорема о существовании первообразного корня по простому модулю. То есть не только для 17, не только для 13, не только для 5 и для 7. Для любого простого числа такое разбиение возможно